манеже легкоатлетического комплекса педуниверситета не привыкать к масштабным мероприятиям, но подобной акции здесь еще не было. Наш университет выступил с инициативой встретиться лучшим спортсменам наших ведущих вузов. Это Оренбургский педагогический университет, наш классический университет, Государственная аграрная и медицинская академия. Мы посчитали нужным и возможным собрать этих ребят всех вместе, потому что они все находятся в одном образовательном пространстве, они все занимаются спортом, и мы решили на уровне ректоратов наших университетов провести вот такой праздник и отметить лучших спортсменов по итогам 2012 года. Каждый вуз представил своих студентов, достигших высоких результатов в спорте. Но никто не будет отрицать, что большинство спортивных звезд зажигается в Институте физической культуры и спорта педагогического университета. И это естественно. В профильно сильном институте должно быть много настоящих мастеров спорта. Среди них и Александр Наумов, сильнейший батутист Оренбуржья, член сборной команды России. Я победил на первенстве Европы. Сейчас готовлюсь, пока напрыгиваю новую программу и готовлюсь попасть на чемпионат мира. Отрадно, что таких ребят в области немало. И их спортивные достижения – это не только успех вуза, но и успех всей области. Они с честью и достоинством позиционировали студентов Оренбургской области, Ассоциации высших учебных заведений. Они позиционировали наш край, имя которого Оренбуржье.